такое видео по типу «Собирайся со мной», буду собираться на работу и делать макияж, а точнее его доделывать. Я уже оформила брови и глаза, в принципе, ничего особенного не делала. Все было по стандартной программе. Использовала для бровей вот такой вот карандаш от Catrice, 040 номер, мой любимчик, и вот такую вот тушь от Yves Rocher, 02 номер, Шатен. Тоже классные продукты, в принципе, во всем меня устраивают. Для глаз я использовала вот такой вот лайнер от Maybelline Master Precise. Ну, вы все его знаете. Он делает хорошую стрелочку, темную, насыщенную. Но если вы используете лайнер каждый день, то его очень ненадолго хватает. Так что учитывайте это. Вообще, в принципе, он яркий и классно держится. Для ресниц я использовала вот такую вот тушь от Maybelline Falsch Wimpern. Неплохая тушь, но она немножко жидкая, лучше наносить два слоя, и вот после первого слоя немножко подержать, чтобы она подсохла, и потом наносить второй, в принципе, она дает хороший эффект. Сейчас у нас часто идут дожди, такая пасмурная серая погода, и, конечно, настроение тоже такое немного депрессивное, ничего не хочется делать. И, честно говоря, я давно не использовала хайлайтер, но сейчас из-за такой серой мрачной погоды захотелось какого-то сияния, блеска, красивой кожи. И вот сегодня я решила при помощи хайлайтера от Maybelline, вот такого вот Master Chrome, сделать сияющую такую красивую кожу. Давайте же приступим к макияжу. Сегодня в качестве тональной основы буду использовать вот такой вот тинт от La Roche-Posay. И я думаю, как раз на него очень хорошо ляжет хайлайтер. Нанесу его совсем немножко, он хорошо распределяется. Я думаю, очень экономичный в использовании. И сейчас он станет таким светленьким. Буду наносить его пальцами, так как он такой мягкий, и кисточка очень наносит такой толстый слой, который, в принципе, не нужен. А спонжик съедает практически все, что видит, в общем. Он превращается в такой более светлый оттеночек. Как раз за счет SPF он будет защищать нашу кожу от солнца. Сегодня, слава богу, вышло хоть немножко солнышко, и погода немного налаживается, но хотя все равно очень холодно, и уже практически все одевают зимние куртки. Ну, что делать? Осень. Сегодня у нас будет такой достаточно простой макияж. Буду сейчас использовать вот этот вот хайлайтер, о котором я говорила ранее. И, честно сказать, он для меня немножко темноват. Он реально, если я наношу его на скулу, он должен осветлять ее. У меня он ее особо не осветляет, а наоборот придает такой темноватый оттенок, такой персиковый, наподобие румян или бронзера. И я решила, почему нельзя его использовать по типу как бронзер. Но он дает такой естественный сияющий оттенок, очень красивый, который классно смотрится. Вот немножко с эффектом такого легкого загара, очень интересно, мне кажется, он может заменить даже какой-то контуринг, либо бронзер, если вы хотите такой более натуральный, более естественный эффект. Как вы видите, он дает такой легкий оттеночек и вот приятное сияние, которое даже можно вот так на лоб нанести. Я думаю, ничего плохого не будет. Смотрится он достаточно естественно. Вот если не любите сильный контуринг, но, в принципе, как-то хотите выделить скулы, чтобы макияж смотрелся ярче и вот таким вот завершенным, мне кажется, это очень классное средство. Он очень хорошо распределяется, в принципе, вряд ли вы с ним переборщите. Я очень рада, что нашла ему такое применение, потому что использовать его как хайлайтер я, в принципе, не могу, потому что он лично на моей коже ничего не осветляет, а наоборот немножко дает такой темноватый оттенок. Но если использовать его как бронзер, либо как контуринг, очень классный эффект, и вы не переборщите. И вот как бывает иногда от контуринга сильно вот прорисованные скулы, они немножко добавляют возраста, тоже это ни к чему. А он действует, ну как по мне, очень классно. Подойдет, я думаю, светлокожим девушкам и будет смотреться достаточно естественно. Но я добавлю еще немного сияния, чтобы эффект хайлайтера все-таки был, и он был немного ярче. Добавлю из вот такой вот палетки от Catrice Spectre Light Shadow Glow Kit. Это типа тени хайлайтер. Мне кажется, просто идеальное средство, если вы любите такое голографическое сияние, чтобы оно было таким вот с разными оттеночками. Буду наносить из этой палетки вот этот вот средний оттеночек. Он такой с розовым оттенком, с розовыми блесточками. Я думаю, будет как раз классно смотреться.
Мы добавили сияние. Теперь я завершу свой макияж при помощи помады от Rimmel 05 номер. Вот такая вот. Она розовенькая, немножко сиянием. Я думаю, тоже будет классно смотреться. Вот такой вот получился макияж. Я надеюсь, вам понравилось. Если так, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем хорошего настроения. Не обращайте внимания на пасмурную погоду. Пусть у вас всегда в душе будет солнечно и радостно. Пока-пока, до новых встреч!